Церковь Святой Троицы Живоначальной, кафедральный собор Пермской митрополии, украшает вот уже почти 200 лет Уральский город. Началось строительство собора в 1844 году, и основную часть расходов взял на себя купец Егор Шавкунов. А затем, после его смерти, продолжил дело Петр Шавкунов, сын Егора. Петр Егорович был весьма примечательной личностью. Самым прилежным и последовательным образом он всю жизнь занимался благотворительностью. Шавкунов являлся членом многих благотворительных и попечительских обществ в Перми. Был он и городским головой. Тогда-то в губернском городе была открыта женская гимназия, приют для бездомных на 100 человек. Кроме того, Петр Егорович построил также на свои средства церковь при тюремном замке и был ее старостой. В день коронации Александра III Шавкунов возглавлял делегацию города Перми, и именно он вручал императору дарственные иконы. Славная жизнь православного купца окончилась в 1885 году. Было Петру Егоровичу только 61 год.